перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Да, на фоне стройки. Кран тогда захвати, чтобы над головой был где-нибудь там сбоку торчал. Вот, я прораб. Я великий прораб. Да, дом не захватывай, а чтобы кран параллельно экрану, короче. Ну или чуть-чуть не параллельно. Не параллельно, чуть-чуть. Кран параллельно экрану. Во-во-во. Вот, на фоне неба. Во, заебись. Строим новый дом. Как видосы? Да. А, бля, я тут думал. Фотография. А вот так вот, прикинь, как этот, как MIT Chow Demand, смотри, какой ракурс. Shoot you man for any time you need me for you girl, it's me in your world. А, это вообще прямой эфир. Да. Мы приехали на студию. Доделывать. А звукарь не приехал. Да, звукарь не приехал, а мы приехали и стоим около студии, как неприкаянные, доделывать альбом Томагавки, Маниту. Покажи просто. Да, надо кушать вот такие вот вещи, йогуртовый тортик. Вот. Будем доделывать Томагавки Маниту, и сегодня это все завершится наконец-то. И возможно. Александр, вы завтра выпустите его уже или нет? По результатам сегодняшнего дня будет ясно. По результатам собеседования. Вот так вот. Цвет настроения синий. Как там придумали-то? Они расстались из-за вялой морковки. Они встречались с Вовкой, потом расстались из-за вялой морковки. Она хотела выйти замуж за Вовку. Она хотела выйти замуж за Вовку. Они расстались из-за вялой морковки. Мы ждем звукаря. Я же говорю, альбом мы сегодня доделываем, все, финальная стадия. Мы вот стоим перед студией, сейчас звукарь приедет. Мы, короче, займемся постпродакшеном, и, скорее всего, завтра мы уже его закинем в сеть. Привет, Павлодар, привет. Вот, занимаемся еще стройкой параллельно. Томагавки Маниту, это пиздец, это не заебись, это религия. Давай рассуждать как суперпродюсер. Ручейки хип-хопа из реки. Какая у них там река самая главная? Волга? У них нет, там какие-то реки такие страшные. Миссисипи? Раз Миссисипи, два Миссисипи. Я не знаю, что там делает страшный продюсер. Наверное. Наверное, сидит, плачет. До какого числа принимаются видео на клип?
А я не знаю, вообще получится или нет. Все зависит от людей, насколько они оперативно отреагируют. Нужно каждому просто, кто находится в своем городе, отснять на въезде, допустим, в город это. Или на каких-то знаковых местах этого города. И если все, короче, отснимется как надо, то тогда да. Тогда мы это сделаем. Если видеозаписи не будет хватать, по факту хотя бы 30 городов нужна. Если 30 городов будет, остальное как бы мы доснимем самостоятельно. Ну, если нет, и тогда целесообразности такой, да? Нет. Ну, типа, мы играем в города, хочу, короче. Ну, я понял, типа, вот эти, на въезде что да. Пишут, да, красивые вот эти. Да, и каждый mm-hmm. чувак должен фразу произнести своего города. Mm-hmm. Приезжайте в Павлодар, дайте концерт. Сейчас распакуем свой чемоданчик с баблом, посмотрим, сколько там есть денег, и поедем в Павлодар. У меня не рожа, у меня лицо доброй, приятной наружности, располагающей к беседе. Команда у меня огромная. Ой. Опять где Дабо, блин? Это, блядь, уже целый позывной. Где-то? А где Дабо? Где? Саня, где он? Вот вообще это вопрос вот к тебе, лично к тебе. Ты его последний видел. Это твоя команда, ты должен отвечать за брата. Ты с ним последний там что-то славился, так что я... Мы не знаем, где он. Взвод, говорят, не заметил потери бойца, блин. Я вообще зарядиться хотел. У меня все что-то на последнем издыхании. Я ничего не сделал. Еле проснулся, блин, сегодня. Хорошего настроения. Спасибо. У нас оно очень прекрасное настроение. Как это настроение-то? Цвет настроения синий. Чего ты любим это? Я пытаюсь это. Они сейчас подумают, что мы тут синий с утра уже. Просто я фанат Киркорова. Да ладно. Да. Нет, я вам про это. Киркоров наше все. Здорово. Что в коробке? Цвет настроения синий. Приехал в магаз, блядь, с вам себе с 10 работал, приехал до 10, блядь, а он с 11. Да я думаю, что ты сказал 20 минут или 20 минут ни хера нет. Тут и потом он там открыл, покачал. Думал, что я Старозагоры. Я думаю, типа, сейчас еще быстренько забегу, возьму сюда, поеду на такси сразу. Могли не торопиться, тоже оттуда уезжаем вместе, по хуйню. Да я не знаю, что откуда. Сань, возьми торт, не разуваться долго. Нога, блядь. Кушай. Цвет настроения синий. Я, короче, фанат Киркорова стал, Сань. Я глянул его клип, он там выглядит как этот, блядь, придурок. Как рэпер Фейси? Как рэпер, да, который побрил свои космы, блядь. Ебать, ее раздуло, ну пиздец, блядь. Все, мы, короче, находимся на вот этой, на вот этом славном месте. Здесь происходит все творчество. Смотри,
нихуя себе какая демоническая штука. А, рога, я видел рога. Кстати, дай я примерю. Можно Саня примерю? Конечно. Опа, блядь. Я владыка темной стороны хип-хопа, блядь. Все, короче, вот мы пришли. Сейчас займемся финалочкой по томагавкам. И все. Будет нам счастье. Всем спасибо, всем пока. Бог нам встречу, Шава. Твой кудрявый лен в начале. Блять, почему камера в эту сторону смотрит? Это Русь, пой золотая рожь, пой кудрявый лен. Будут уделять, не прогнуть, чтоб на расхват, как у дам Луи Виттон, это Русь, пой золотая рожь, пой кудряв. И вот после него. Кудрявый лен, пой ты, брат. Вот сейчас я вздыхаю, и слово пой, там, короче, прям, блядь, немножко рано я начал. Потом выровнялся, но вот именно слово пой, прям микро двину себя в сторону всего, ну, остального этого самого фразы, блядь, текст. Золотая рожь, пой кудрявый лен, пой ты, братан, хочешь отдать. Давай, быки, бэки. Ты видос? Ты транслируешься? Санчес. Чё? Ты транслируешь? Транслирую тебя, ну, такой красавец. Себя транслирую, не тюрьма. До Бога высоко нам с тобой петлять. Искать куда? Там Луи Виттон, это Русь, пой золотая рожь, пой кудрявый лен. Пой ты, братан, хочешь отдохни, присядь, заверну косяк. Выпьем за былое по 50, чтоб все было гладко и пусть жизнь. Здоровье нелегка, чтоб лавы река и здоровье, чтоб как у быка. Сердцу любви, а глазам огня, нечего ронять. И родных пусть небеса хранят, чтоб в конце любого темного тоннеля свет. Близким здравия, добра и всех благ и долгих лет. Давай первую строчку перепишем, я ее полностью хочу, прогнал его. Забыл об этом. Именно бэк? Да, бэк, просто чтобы он совпадал полностью, чтобы помощнее, я там как-то это... Как дела, ло тюрьма, как дела, ло тюрьма, Бог навстречу, иншалла. До Бога высоко нам с тобою петлять, из Кремля ни рубля и не будут уделять, не прогнуть, чтоб на расхват, как у дам Луи Виттон, это Русь, пой злат... Вы что там, блядь, вообще, вы здесь? Я в эфире, блядь, мне похуй. А он где? В Нирване? А он думает, что я снимаю тут. И хвостик отрезал тоже из-за тебя, походу, да, снимаешь? Сань, просто надоели, короче. Да он просто интервью Фейсу увидел, походу, думаю. Я тоже сначала подумал, на самом деле это не так. Надо вам любой, блядь, ещё. Паркова хеллоу, говорят. Сань, тебе хеллоу. Сам хеллоу. Сам ты хеллоу. Это подожди, опять мне кто-то думал. Второй бэк пишем? Опять Wi-Fi включился. Да, конечно. Как дела, ло тюрьма? Как дела, ло тюрьма? Бог навстречу, иншалла. До Бога высоко нам с тобою петли. На расхват, как у дам Луи Виттон, это Русь, пой золотая. Пой ты, братан, хочешь отдохни, присядь, заверну косяк, выпьем за... Жизнь порой нелегка, чтоб главы река и здоровье, чтоб как у быка. Сердцу любви, глазам огня, нечисть поронять, и родных пусть небеса хранят, чтоб в конце любого темного тоннеля свет, близким здравия, добра и всех благ и долгих лет. Пока вот они там пишутся, я поглощаю вкуснятину здесь. Слушаешь? А что слушать там нормально? Ну давай послушаем. Ты любишь все слушать? Я поэтому предлагаю. Рэперы работают, Александр ест вкусняшки. До Бога высоко нам с тобою петлять, из Кремля ни рубля и не будут уделять. Не прогнуть, чтоб на расхват, как у дам Луи Виттон, это Русь, пой золотая рожь, пой кудрявый лен. Пой ты, братан, хочешь, отдохни, присядь, заверну косяк, выпьем за былое по 50. Спасибо. Жизнь порой нелегка, чтоб главы река и здоровье, чтоб как у быка.
сердцу любви, глазам огня. Нечисть поронять и родных пусть небе сохранят, чтоб в конце любого темного тоннеля свет, близким здравия, добра и всех благ и долгих лет. Сань, все. Все. Сань. Да? Топорков. Да. Просит, чтобы ты передал в прямом эфире всем привет. Всем привет. Все, кто желал, вот привет. Все, кто вот желал? Кто-то все, кто вот желал? Покурить, да, надо. Сань, скажи свои впечатления. Люди много спрашивают, скажи, как тебе эта песня? Говорят, возвращение легенды, говорит, песня «Музло злое». Какая? Арестантский какая? Уклад какая един, песня? Говорят. Вот это вот. Вот это? Да. О, хорошая песня, хорошая. Хорошая? Отличная. Пойдем курить. Песня. Бог навстречу, иншаллах. Это всем людям, которые все время говорят, ты кто? Ты мусульманин, ты православный, ты этот, пессимист или как их там, агностик. Отвечаешь. Я мультирелигиозен. Я мультирелигиозен. Блин. А нет ложки? Есть, конечно. Блин, у меня нога кушает, она сейчас с кроссовок не залезет. Как я? Я отлично, супер гуд. Я прекрасно. Улан-Удэ. Кидайте бабло. Гонорар, я поехал в Улан-Удэ. Хоть в Биробиджан. Че, ты все, в Биробиджан погнал? Биробиджан, едем. Ну ты езжай, я догоню, до свести же надо. Я же люблю все слушать. Постарел, говорит. Кто? Ты, говорит, постарел, Сань. Че постарел, я не брился, блядь. Он говорит, смотрим на него. Он говорит, смотрю на Саньку картеля, он постарел. Кто постарел? Я когда бреюсь, сейчас мне нахуй, блядь, пиво не продают в пятерке. Да, стар ты стал, прям видно. Старец. Старец фура. Старец фура. Слышь, погоняло нормально. Слышал за рэпера старца фура. Ну я, короче, когда буду обрастать, буду старцем фура, Игорь. Вот спрашивают, у тебя поздно ли заниматься рэпом в 29 лет? Да. Салют с Алтая. Будет ли там на небе Багам-3? Смотря как мы назовем один трек. Вероятнее всего, что будет. Вот, долбоёб говорит, петух ты. Я что ли? Ну не знаю, наверное я, он же на меня смотрит. Ну, блядь, малолетние дебилы должны заходить сюда, по-любому. На то он и малолетний дебил, чтобы сидеть и вещать. Транслировать свои тупорылые мысли. Ох. Донбасса привет передают. Прикольно. И вопрос неоднозначный, типа, все-таки нет или да? Поздно ли заниматься рэпом в 29 лет? Да, блядь, что у меня? Ты, я не знаю, Сань, сам отвечай на эти вопросы. Ты трансляцию засеял. Я ебу, что ли? Ну, просто я к твоим мыслям прислушиваюсь. Ты очень важное мнение. К миллионеру он по 40 был, он когда стрельнул. Сколько денег надо, чтобы организовать концерт в Улан-Удэ? Сколько? Я не знаю, сколько. Гонорар сколько? Сколько у нас гонорар? Сатен? Сколько возьмем за Улан-Удэ? Сатен! Сатен за Улан-Удэ берем. Плюс билеты. Вот думай. Жизни и бабла.